дорогие друзья, сегодня я ужинаю в итальянском ресторане при нашем отеле. Итальянский ресторан. Ужин в этом ресторане обойдется мне совершенно бесплатно. Постояльцы нашего отеля имеют право поужинать однажды за весь срок пребывания в данном ресторане. Мне выдан был чек. Он был похож вот на такой чек. Ну, примерно. И я уже убываю, но сейчас жду горячее блюдо. Сейчас принесу меню. Дорогие друзья. Подходит официант. Приносит вот такое меню. Так, читаем. Салат. Зеленый сад. Традиционный греческий салат. Салат цезарь, куриный салат. В общем, несколько салатов, копченая семга. Так, ну это платное будет. Суп томатный. Крем-суп из шпината. Суп минестроне, свежие овощи. Фасоль, три макароны в легком томатном бульоне. Так, спагетти, лазанья, пицца. Я, наверное, закажу лазанью. Я мечтаю покушать лазанью. Я много о ней слышала, читала, смотрела на фильмах. Но ни разу мне не довелось покушать ее. Посмотрим. Пицца различная, что-то платное, что-то не платное. Так, главное блюдо. Главное блюдо — куриная грудинка, ягненок, говядина жареная по-итальянски, говядина тушеная по-итальянски, говядина тушеная по-итальянски. Вядина по-египетски, фритто мисто и рыба, приготовленная на гриле целиком. Так, ниже приведенные блюда и входят в систему цветочек. Десерты. Дорогие друзья, вот это суп из шпината. Он такой зеленый. Thank you.
это салат. Такой салатик. Вот так выглядит. Лазанью принесу. Дорогие друзья, а вот принесли лазанью. Вот так она выглядит. Давно мне хотелось попробовать это блюдо. Ну, такое слоеное. Называется лазанья с говядиной и с овощами. Сейчас попробую. Вот так на двух тарелочках вот такая лазанья. Много огней, симпатичный ресторан. Дорогие друзья, ужин в итальянском ресторане завершен. Мне он понравился. Особенно понравилась лазанья. Это супер. Я мечтала всегда попробовать это блюдо. Замечательное. Мы видели, как оно выглядит. Ну и на вкус оно очень приятное. Еще понравился суп из шпината. Я думаю, он полезный. Он как суп-пюре. Он салат, как салат. И напиток был пепсикола. Дорогие друзья, этот ужин был по программе нашего отеля. Бесплатный. Следующий вечер, завтрашний, я проведу в рыбном ресторане. То же самое будет бесплатно. Ужин в рыбном ресторане. Дорогие друзья, до новых встреч. Всего доброго. Мне приятно было встретиться с вами и рассказать вам о таких замечательных мероприятиях.